Первая выставка работ учащихся детской школы искусств номер 2 «Добрых рук мастерство» открылась в 1996 году. На протяжении десятилетий эта добрая традиция сохранилась и стала настоящим праздником детского творчества, вдохновения и новых открытий. Каждые 5 лет «Дыши номер 2» подводит итоги и представляет горожанам лучшие работы, сделанные руками воспитанников. Итог работы за 5-летний период, да, сегодня здесь представлены работы самых юных наших учеников, которым всего 4-5 лет, детей с основных наших отделений, ну, это уже подростковый достаточно такой возраст, 7, 8, 9 и, до окончания школы. И самое интересное, что здесь представлены работы наших взрослых учеников, отделений школы акварельной живописи и студии художественной керамики. Выставка «Добрых рук мастерство» в этом году юбилейная. Детская школа искусств номер 2 отмечает 30-летие. В выставочном зале художественной галереи представлены работы учеников отделений дизайн, дизайн одежды и ткани, художественная керамика, художественная обработка дерева, медиастудия. Все работы разнообразные, оригинальные, удивляющие своими задумками и художественным воплощением. С каждым годом выставка становится все более масштабной. Каждый, вот, наверное, кто рисует, лепит, вышивает, шьет, режет по дереву, в общем, занимается изобразительным творчеством, не даст соврать, что вот когда мы погружаемся в этот творческий процесс, мы испытываем такое счастье, такую радость, вот, творчество, и потом наши картины, наши работы отдают эту энергию зрителям, эту теплоту, эту радость. Открытие выставки прошло в праздничной обстановке. Яркими музыкальными номерами гостей порадовали дуэт хореографического ансамбля «Карусель» и образцовый ансамбль народной песни «Горница». Выставка работ учащихся детской школы искусств номер 2 «Добрых рук мастерство» будет радовать горожан в художественной галерее до 10 марта. Без возрастных ограничений. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.